Встречу с ними в Москве ждали давно. 8 лет они не выпускали ничего нового, но сейчас, после успеха альбома Minor Earth, Major Sky, а-ха снова на вершине успеха. Мы приехали сюда, чтобы наконец-то выступить перед своими российскими поклонниками, и мы ждали этого дня 15 лет. Мы впервые в Москве, мы много слышали о России, но ведь успеть побывать везде нелегко. Мир ведь так велик физически. Музыканты охотно обсуждают творческие вопросы, но отказываются рассуждать о политике, терроризме или аудиопиратстве. Их интересует другое. Наше присутствие здесь не связано с продажами дисков. Мы приехали для того, чтобы увидеть наших фенов. В этом, наверное, есть смысл живых выступлений. Участники а-ха продолжают работать сольно, но только воссоединившись, они снова смогли стать суперзвездами. Сольная карьера, конечно, сильно отличается от работы в группе. Мы пытаемся опыт, набранный во время работы над сольными проектами, использовать сейчас, когда мы снова вместе. Большой.